В этом году в России отмечают 110 лет со дня рождения автора советского и российского гимнов, знаменитых стихов о дяде Степе и множество басен Сергея Михалкова. По этому случаю в стране проходят тематические мероприятия, и Каспийск не стал исключением. В городской школе номер 15 для учащихся начальных классов состоялся настоящий литературный праздник. Сергей Михалков поистине мог удивляться жизни и удивлять всех тех, кто находился с ним рядом. Он будто бы заражал своей энергией, своей любовью к жизни и радостью заражал детей. Он похож на человека, охваченного безудержным желанием немедленно рассказать другим о том, что он сам знает. Целью мероприятия является формирование читательского интереса и раскрытие творческого потенциала школьников. Ведущие ознакомили ребят с биографией и работами писателя, а также поиграли с ними в угадайку. Ну, а это на поляне ядовитые? Мухоморы! Еще? Ядовитый кто бывает? Далее ребятам прочли несколько стихотворений и басен Сергея Владимировича. Завершилось мероприятие песенкой друзей.